Троице-Георгиевский женский монастырь в селе Лесное был основан в 1999 году на месте храма великомученика Георгия Победоносца. В этом году монастырю, который является не только духовным и паломническим центром, но и популярным туристическим объектом, исполнилось 20 лет. Конец года завершился еще одним важным событием. По решению Священного Синода у монастыря теперь новая настоятельница. В чин игуменьи возведена монахиня Драсида Сорокопут. Божественная литургия по этому случаю и в честь годовщины со дня образования Сочинской епархии прошла 28 декабря. Ее провел епископ Сочинский и туапсинский Герман. На мероприятии присутствовал и глава города Алексей Копайгородский. Я очень рад сегодня видеть Машу Катавифу у вас, потому что это та горлица, которая вылетела из гнезда вашего монастыря, который находится в станице Роговской Тимошевского района. Это наша кубанская игуменья. Хотел бы всех поздравить вот с этими знаменательными событиями. И возблагодарить Бога за те его милосердия, которые нам Господь не посылает. И поздравить всех с наступающим Новым годом, поздравить всех с наступающим праздником Рождества Христова. Мы вам желаем крепости духа, сил, здоровья. Мы всегда рядом с вами. Дай Бог, чтобы всех тех, кто приезжал, они понимали, что здесь действительно особый город, особый дух, особая культура. И самое главное, вот то уважение и те культурные ценности, которые хранятся в душах и в сознании, в умах каждого жителя, они только будут произрастать на благо нашего города и всей страны. Добавлю, что на территории женского монастыря находятся 9 храмов. И в планах Сочинской епархии возвести еще один большой храм по названию монастыря Пресвятой Троицы и Георгия Победоносца, чтобы там проводить большие праздничные службы.